честность, дисциплинированность, принципиальность, высокий профессионализм. Те самые качества, которые присущи сотрудникам прокуратуры. Во время Великой Отечественной они уходили на фронт, чтобы сражаться за свободу и независимость. Многие из них не вернулись, но память о них жива и по сей день. События той Великой войны, того страшного испытания, которое выпало на плечи нашего народа, уходит в историю. Но память необходимо сохранять. Мы все это прекрасно понимаем всеми возможными способами. И работники прокуратуры были в числе, конечно, этих добровольцев, были в числе тех, кто и ушел на фронт, не вернулся. В память о погибших в одном из центральных мест города на Нагорном парке открыли стелу. События приурочили к 300-летию российской прокуратуры, которая будет праздноваться уже в январе следующего года. Место выбрали не случайно. Здесь находится немало захоронений заслуженных жителей края, которые внесли огромный вклад в его развитие. Это наши сотрудники, которые принимали непосредственное участие в годы Великой Отечественной войны, сражались с захватчиками. В том числе, этот камень, он символизирует победу нашего русского народа над фашистским захватчиком. Для нас это очень важно. Мы помним и чтим каждого нашего ветерана. К новому мемориалу возложили свежие цветы, а возле него городские власти высадили аллею в память ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше. София Яценко, Александр Антропов. День с толком.